17 февраля исполнится 45 лет Денису Майданову. С детских лет он не знал, что такое скука. Отлично учился, много читал, играл на гитаре и сочинял стихи. Дополнительно посещал поэтические и театральные кружки, учился играть на пианино и петь в инструментальном ансамбле, а в оставшееся время пытался как-то подрабатывать. Только в 2001 году уже в Москве Денис Майданов смог соединить необходимость добывать средства к существованию с умением писать песни. Постепенно к нему пришло признание, многие известные российские артисты начали исполнять его песни. Не прошли мимо и киностудии, которые заказывали у Майданова музыку к фильмам. Вполне закономерно, зря что ли учился, Денис стал сам выступать со своими песнями с группой «Терминал Д». Несколько концертов этого коллектива прошли в Донецке в 2015 году. Актуальной на настоящий момент является песня Дениса Майданова «36,6». Если все не так, и с утра не то, и не сделать шаг, и вопросов 100, где-то среди ветров о хорошем весть, но главное здоров, 36,6. А если за окном еще и хорошая зимняя погода, можно сказать, что с утра все сложилось. Днем 17 февраля переменная облачность, температура воздуха минус 7 градусов, северный ветер 3-5 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до 11 градусов, юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, облачно с прояснениями.